Ну что, а? Вот волшебник. Я на работе, волшебник подарки мне присылает. Хорошо, что есть курьеры. Алёшка, что там такое? Что такое там? Я целый день терпела, представляешь, Ура! Показывай! Показывай! Еще последние штрихи. И так. Вверх, вот вверх. Вот так. Ну что, ребята, посмотрите, что это. Что это такое? Это о чем я мечтала. Да. Спасибо тебе, мой любимый, дорогой, за исполнение моей мечты. Сколько мы вкусняшек с тобой наготовим здесь. Да. Так, это крышка. Вот такая солидная крышечка, тяжеленькая. Ух ты, резинка такая. Резинка какая-то. О, с колпаночками. А, вот запасная еще есть. Резинка. Какая-то уплотнительная резиночка. А, вот сюда. Она нет. Да, еще... запасная. А, запасная. Вот. Ручка. 15 литров. Не выглядит на 15 литров ничего. Ну, 15 литров. У нас 7-литровый такой же, блин. Вот. Вот так же. Ну да. Его же под горло не будешь заправлять? Конечно. Ну, пожалуйста. Инструкция. Реклама. Инструкция. Баску баба. Башка. Башка баба. Рашка. Рашка баба. Лимитед. Рашка баба ЛТД. Лимитед. Вот, еще два клапана, наверное, да? Какой он красавец! Ну, Алёшка, выходной за мясом пойдем. Да, за баранины точно надо идти. Обкатать надо, как обкатать, сказал, да. Обкатать. Все. Вот берешь вот так и пошел. И пошла, полное мясо и картошки. Да. Или пловчик. О, ну вообще, шикардос. Алёша, спасибо тебе. Да. Ой, ну все, да. Все, ребята, я королева на кухне. Классный, мне нравится, спасибо. Вот еще какая-то красная херня здесь. Лампочка загорается.